16 января в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о гибели на пожаре 4 человек. Тела 3 мужчин и женщины обнаружены пожарные в ходе тушения загоревшегося деревянного одноэтажного дома по улице Большевиков. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 4:40 утра 16 января. На момент прибытия пожарных горела одна из комнат. В 8:25 открытое горение ликвидировано. По факту гибели людей Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери возбуждено уголовное дело причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам. Руководителям следственного отдела, следователям и криминалистам регионального следственного комитета, сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые объекты, которые могут иметь доказательственное значение, а также допрошены свидетели. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших не имеется. Точные причины гибели будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз, назначенных в рамках расследования уголовного дела. Очаг возгорания по имеющейся у следствия информации находился внутри жилого помещения. По одной из версий, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Точная причина возгорания будет выясняться в ходе пожарно-технической экспертизы. По нашим данным, в огне пожара погибли отец, сын и 2 их гостей.